Дальше у нас идет строчка «Редакция». Редакция отвечает за восстановление записи. За восстановление записи. В WordPress есть такая встроенная опция, наверняка вы тоже замечали, WordPress сохраняет автоматически редакции вашей статьи. Что это значит? Когда вы пишете статью и нажимаете на кнопку «Сохранить», WordPress автоматически помещает данную версию статьи, помещает в базу данных, как редакцию, да? Он помечает время редактирования и так далее. И, ну, это на самом деле очень удобная штука, и можно ей пользоваться, когда вы, к примеру, пишете статью, случайно, может быть, смахнули мышкой, что-то не так сделали, удалили, допустим, какой-то текст, картинку, пишете дальше, не обратили внимания, потом оказалось, что у вас этого нет. И вы всегда можете вернуться в редакции и посмотреть на предыдущих сохраненных копиях тот оригинальный текст, который вы случайно, например, удалили. Также можно применять, если, допустим, у вас несколько, опять же, авторов, вы можете смотреть предыдущие редакции, сравнивать разных авторов тоже может быть. Но так мало, на самом деле, кто использует. Это в случае, если у вас какой-то корпоративный блог. Вот, и, допустим, вам такая опция необходима. Итак, как восстанавливать? Давайте посмотрим поподробнее.